Снимаю видео, как снять ТНВД с Ford Mondeo 2.0 TDCi 2003 года. Они выпускаются, двигателя эти, с 2000 года по 2007 год включительно. Значит, когда мы сняли крышку вот эту вот, ну я делаю просто двигатель ремонтом, мы занимаемся, я просто расскажу, как снять, очень просто в принципе. Снимаем вот эту крышку вот эту вот. Крышка такой, как бы, как называется, кожух, да? Кожух ГРМ передний, вот. Добираемся до цепи. В принципе, можно не снимать кожух, есть такое окошко. Оно открывается, открывается это окошечко по против часовой стрелки. Открывается, по часовой стрелке закрывается. Тут есть такие шлицы, несложно разобраться. Я отверточкой так вот потюкал, вот так вот тюнь-тюнь-тюнь-тюнь и открыл. Вот. Добираетесь до вот этой шестерни. Вот такая шестеренка здесь такая есть. Вот такая. Тут шестереночка стоит такая. Вот раз. Как я понимаю, нужно цепь ослабить, да? И достать шестеренку, открутив. Где наш болтик? Гаечка. Гаечка. Где наша гаечка? Тут. На 22 гаечка. Она, по-моему, осталась, наверное, в ключе. Нет, не осталась. Сейчас, секундочку. Вот она. Вот. Вот эта гаечка. Откручиваем здесь. А, сначала предварительно откручиваем 4 таких вот болта. Раз, два, три, четыре. Они вот здесь вот вкручены в эту шестеренку. И вот тут. Раз, два, три, четыре. Вот они. Есть. Сняли шестереночку. Открутили болтик. 4 этих. Сняли шестереночку. Добираемся таких вот 3 таких саморезиков. Хоть я один уже выкрутил. Вот такой. Откручиваем его. Раз, два, три. Открутили. Тут у нас Т... ключ Т45, по-моему. Вот Т45. Открутили эти. И у нас уже ТНВД. Уже он играет. Уже играет на блоке. Потом. Что мы дальше делаем? Сейчас я включу свет. Оп. Что мы дальше делаем? Откручиваем от блока. Раз, два. Вот такие 2 болтика открутили. И гайку высокого давления, подача на рампу. Вот. И в принципе, то есть, и еще вот эту гаечку, которая держит, хотя в принципе, ну, можно и открутить ее, можно не откручивать. То есть мы откручиваем и снимаем эту шлангу, она остается на рампе у нас. Вот, и вытаскиваем сюда ТНВД. Все. Нашел гаечку для слива с обратки, когда мы, чтобы мы не крутили на, не маслали на сухую, вот, гайка слива с обратки. То есть, допустим, мы, когда воздух, чтобы выгнать систему, мы откручиваем эту гайку, подсасываем с бака, либо грушей, либо ротом, и вот сюда должно вылиться у нас солярочка пойти отсюда. Потом мы завинчиваем ее, и, то есть, стартуем, двигатель стартует. Вот такое, в принципе, я долго ее искал, нашел. Вот такой ТНВД. С такой вот маркировкой, с таким вот высоким, насос высокого давления, вот маркировочка его. Вот, в принципе, все. Всем удачи, пока.